надежда на чемпионский титул. Уверенный старт команды в чемпионате наводит нас вот именно на такие мысли. Игра, которая может войти в историю. Историю одной из команд футбола стадиона страны. Ну, как серьезно ты представил эту встречу. Ожидания действительно просто запредельные. Осталось только футболистам их оправдать. Состав «Зенит». Итак, схема 4-3-3. Сейчас вновь стала очень популярной, а когда-то по этой схеме играла знаменитая сборная Нидерландов. Смотрим состав «Арсенал». 4-5-1, один форвард на первой линии, ну а из пяти полузащитников группа атаки предполагается достаточно большая. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Прекрасный навес. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Сегодня, думаю, мы увидим зрелищный матч. Зенит встречается с соперником своего уровня. Силы-то равны, но тут на первый план выходят какие-то тренерские задумки. И кто-то, может быть, сегодня удивит тактически. Удар. Это угловой. Арсенал с мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Будет навес. Гол. Матье Фламини. И пас обратно. Скучновато. Волкот. Пас с фланга. И этот пас ждет Озил. Потащил один удар, но может быть и второй. Подкат, но игрок перепрыгивает через ногу. Ну что же, умение действовать не только на ленточке, это одна из основных задач вратаря. Да. Удар по воротам. И видел уже игрок ворота и готов был забивать, а мяч взял и не лег на ногу. Да, отскочил мяч неудачно. И до свидания. Пишите письма. Арсенал будет вбрасывать из-за бокового. Аарон Рэмзи. Может получиться интересная атака. Вес. Защитник выносит мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Матье Фламини. Удар! Опасно! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Есть поддержка партнеров. Олег Шатов. Невероятное спасение. Данни. Матье Фламини. Оливье Жиру. Плохо сыграно. Мяч потерян. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Артем Дзюба. И мяч перекладина спасает. И пробил. И на месте голкипер. Мяч перешел к другой команде. Аксель Вицель. Ушел мяч за боковую, Арсенал сбрасывает. Судья показывает, что будет угловой.
любой. Олег Шатов. Позил. Оливье Жиру. Александр Анюков. Арсенал будет подавать угловой. А вот и повтор опасного момента. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Олег Шан. Посмотрим за этой атакой. Пас в штрафную. Нет, это не пас. Уходит команда на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень будничный нулевой счет. Перерыв окончен, и «Зенит» начнет с центра поля. Лоран посильней. Рэмс. Матье Фламини. Озил. Месут Озил. Аарон Рэмзи. Данни. Рэмзи. Аарон Рэмзи. Нужен навес. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Мяч у соперника. Аксель Вицель. Матье Фламини. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Оливье Жиру. Возвращает он мяч своей команде после собственной же ошибки. Данни. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Озил. Месут Озил. А это один из самых лучших почтальонов современного футбола, Месут Озил. Партнерам нужно лишь своевременно давать немцу адрес, и тот обязательно доставит. Ассистент из Озила классный. От него всегда получаешь мяч прямо в ноги. Угловой для Арсенала. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Матье Фламини. Рэмзи. Месут Озил. Какой прекрасный пример отбора мяча. И пошла передача.
Сон по воротам. Аарон Рэмзи. Это гол! Это гол Арсенала. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Лучше поздно, чем никогда. Счет в матче открыт. Пер Мертезен. Тут просто подарили мяч сопернику. Какой шанс! Отличный сейв вратаря. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Оливье Жиру. Месут Озил. Наличие в составе команды Месута Озила — гигантский плюс. Даже когда немец вальяжно контролирует мяч, соперник не может чувствовать себя спокойно. Одной передачей Озил способен завести заглохшую атаку. Сделать так, что она станет голевой. Аксель Витцель. Решил много не добавлять, в минуту до конца. Ну же, последняя атака, не умерла еще надежда на спасение. Хави Гарси. Какой удар! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Свисток арбитра фиксирует победу Арсенал. На отличном ходу команда. 9 очков в 3 матчах. 100% результат. Да, и потрясающую игру, конечно, показывают. Играют просто великолепно. Что скажешь о Рэмзи, Константин? Как он сыграл на твой взгляд? Отлично он сыграл. Кстати, забил и решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом.